Redmi Air Dots. Погнали! Компания Xiaomi позаботилась в материалах коробочки, чтобы вам было ее открывать максимально комфортно. Ну или точнее сказать, это сделать просто невозможно, если вы не смажете руки детским кремом. Ну или нужно прикладывать невероятные, нечеловеческие усилия уже на этапе открытия коробочки. Следующим действием я бы хотел достать их, чтобы послушать. Но возникают сложности, потому что, ну, ручки-то у меня вот такие, не такие, как у карлика, и пинцетика для выщипывания бровей у меня тоже нету. Ну, короче, еле-еле с трудом, вот так вот как-то кончиком ногтей я достаю этот сраный наушник. Ну, или есть как бы второй способ, это вытряхивание. То есть вы просто вытряхиваете их, и это ни хрена неудобно, потому что можно промазать, и они упадут на грязный пол. Идем дальше. А подключение во время прослушивания постоянно падает. То есть как бы оно вот так подключается, выключается, ну и начинаются следующие радости. Правый наушник отключается от левого, и вы нихуя не слышите. А если у вас еще под руками нет коробочки, все, потому что если их не положить обратно в коробочку, подключение невозможно восстановить. Ну то есть если вы на телефоне отключили подключение, обратно не подключается, надо впихнуть их обратно в коробочку. И потом это волшебное действие, когда коробочка не открывается, они, блядь, не достаются. И так может продолжаться раза три, пока правый наушник подключится к левому. И вы сможете наконец-то послушать, как же они звучат. Но меломаны можете сразу на этом моменте выключать видео, потому что, ну, звучат они... Ребята, как наушники, реально за 20 баксов. То есть, ну, 20 баксов, вот их звучание, я бы их описал так. Заряда батареи хватит приблизительно на 1,5-2 часа прослушивания. Этого вполне хватит, чтобы скрасить страдания от поездки в общественном транспорте, либо же провести тренировку в спортзале. По громкости все, в принципе, не так уж и плохо. Слушать можно. Короче, компания Xiaomi решила унизить своих пользователей и поставила сюда порт microUSB. Уже 2020 год, камон, уже, ну, Type-C уже везде просто. Ну, типа, что мне иметь дома 10 шнуров? А, кстати, в комплекте идет вот такой шнур-пипирка, короче, типа, чтобы окончательно унизить до конца. Ну а как же hands-free, спросите вы? Я такое беру, делаю так: алло, алло, привет, как дела? Но дела хуйло, потому что собеседник думает, как будто бы я сижу на толчке. Ну примерно вот такое качество звука. И вот как бы, вот так бы я описал hands-free. Ну чё, хотите страдать на, да, тогда берите эти AirDots, а я пошел.